Друзья, всем привет! Сегодня хочу побаловать свою семью и сделать, приготовить самсу из слоеного теста. Тесто я замесила просто: вода, соль, немножечко сахарку. Вот отдыхает оно у меня. И фарш у меня: свинина с говядиной и лучок. Поперчила, специи там по вкусу, кто какие любит. Сейчас начну раскатывать тонкое тесто. Смазывать маслом сливочным. Соединить все слои, закатать в трубочку. Это я вам все покажу постепенно. Итак, я тесто порционно разрезала вот на такие куски. Раскатываю тонко-тонко лист. Прям просвечивается, если вам видно. Листики теста и смазываю сливочным маслом. У меня кисточка, очень удобно вот так смазывать. Таким способом я раскатаю все листы, друг на друга наложу, далее покажу, что делать буду. Раскатала я все тесто, у меня получилось многослойные вот такие кругляши. Смазала все сливочным маслом. Сейчас буду все скручивать в трубочку вот так вот плотненько-плотненько. Нарезать порционно, сколько мне там надо будет на самсу. Вот так вот скатаю, все разрежу и начну лепить. Скатала я все листы вот в такую колбаску, как змея она у меня скрутилась. И порционно нарезаю, чтобы формировать вот такие лепешечки. Вот так вот ладошкой. Вот так вот. Далее буду скалочкой раскатывать блинчик. Начинять фаршиком. Вот такие вот у меня слоеные лепешечки. Вот так вот формируем мы лепешечки. И далее буду... Доска у меня старенькая, но она хорошая, деревянная, так что не обращайте внимания. Такие вот лепешечки. Сейчас нарежу нашу колбаску. И скоро начнется процесс лепки самсы. Вот столько у меня лепешек получилось. Каждая лепешечка — это полноценная самса. Мука лежит. Убираю я их в холодильник минут на 20, чтобы масло сливочное застыло. А далее достану, начну раскатывать скалочкой, начинять фаршем. Фарш уже готов. И печь самсу. Охладила я, друзья, тесто. Вот так вот я разложила его в пакетик. Охладила фаршик. Это у меня кунжут лежит в баночке. Раскатала вот такие лепешечки. Много фаршу кладу. Мы любим мяско побольше. И формирую вот такие вот треугольнички. Далее помажу яйцом и посыплю кунжутом. Духовочку запекаться. Конечный результат покажу. Налепила я противень самсы. Смазала яйцом. И посыпала кунжутом. Сейчас отправляю в разогретую духовку до 180 градусов запекаться. Приоткрыла духовочку, посмотреть, что у меня там творится. И вот, вуаля, моя самса уже почти готова. Скоро буду доставать. Мужички мои ждут вкусняшку горячую. Друзья, готовьте, это очень вкусно. Вы знаете, что это своими руками приготовлено. Мясо накручено, сами крутим. Вот, знаем, что туда положили. Очень вкусно получается. Сочная, вкусная, слоеная, хрустящая самса. Вот и все. Нажарила я самсы. Испеклась она, мы уже одну порцию съели. Вот, сели всей семьей, поели, вкусненькое получилось.
А это уже очередная порция. Все наелись. Пеките. Это очень вкусно. Всем пока-пока.